Здорово! Сегодня непосредственно покажу, как избавиться от лагов в ебучем скваде. Значит, есть всего два варианта. Первый, который тебе, скорее всего, не подойдет, потому что всем известно, что ты ебучий бомж, блять, и тебе нужно как можно дешевле, а лучше вообще бесплатно. Первый вариант заключается в том, чтобы докупить себе оперативку, купить себе новый процессор помощнее, купить видеокарту не меньше 1080 Ti, новую материнку и прочие бла-бла-бла. Нет. Ну, поскольку мы ебаные бомжи, нам это не подходит. А значит, второй вариант как раз для нас. Значит, что мы делаем? Пишешь вот здесь, панель управления. Тут, я думаю, не заблудишься. Нажимаешь, открывается хуйня, нажимаешь система безопасность, система. Дополнительные параметры. Открывается эта хуйня. Значит, первым делом заходим загрузка и восстановление. Нажимаем параметры. Открывается такая хуйта. Тут выстави запись откладочной информации на нет. Окей. Дальше переходим в быстродействие. Нажимаем параметры. Дополнительно. И виртуальная память изменить. Значит, тут... просто повтори все, что у меня стоит, именно по поводу галочек. Обязательно убираешь галочку с автоматически выбрать файл подкачки. Тут я не ебу, блядь, что у меня стояло и что у тебя будет стоять. Просто, блядь, сделай, как у меня. Вот, значит, что делаем дальше? Диск C, лично у меня, это SSD. D и F, это HDD. Значит, на SSD я тебе советую ставить вот эти вот циферки. Не меньше 10 тысяч. Если у тебя, конечно, есть только памяти. Если нет, уставишь чуть меньше. Значит, что мы делаем? Вписываем там, допустим, 10 тысяч. Нажимаем задать. Потом здесь 10 тысяч. Нажимаем задать. Потом переходим на диск, в котором у тебя находится сквад. Если он у тебя находится на диске C, ставишь просто побольше чуть-чуть. Чуть-чуть побольше ставь, чем хочется. Потом переходишь на диск. Если у тебя на HDD каким-то образом стоит, блядь, ну как у меня, например, потому что я имбецил. Ставишь минимум 20-ку. И нажимаешь тоже задать. Написал 20-ку, задать. Написал 20-ку задать. И потом нажимаешь ОК. Оно тебя вот попросит перезапустить компьютер. Ну, ты шлешь все нахуй. И что делаем дальше? Заходим в сквад. Нажимаем Settings. Audio. И качество звука выставляешь low. API Settings. После того, как ты сохранил настройки с лоу-звуком, выходишь со сквада, можно не выходить, просто, блядь, перезапускаешь компьютер свой. Все. И у тебя будет все замечательно. Все. В принципе, если тебе не помогло, значит, ты либо что-то сделал неправильно, либо у тебя комп говно, и тебе нужно обновлять железо. В принципе, чем смог, тем помог. Лупите лайкосик, блядь, подписаться жмякни. Колокольчик нахуй не надо, потому что заебешься. Все, всем пока, аливидерчи.